Отпуском я вновь приветствую вас, уважаемые геймеры, и напоминаю, что вы смотрите программу «Бонус». Меня зовут Титров, и это рубрика «Компьютерные игры». Отшумело лето, красное пучеглазое, наступила осень, и поэтому я поздравляю всех учащихся с началом нового учебного года. 1 сентября многие маленькие казанцы впервые в своей жизни пошли в школу. Радостно стояли они под дождем и приветствовали своих будущих учителей, еще не зная, чем все это для них обернется. Старшие товарищи снисходительно глядели на новоиспеченных первоклашек. Они уже знали, что такое школа. Пролетела первая учебная неделя, и пришло время, когда можно ненадолго оставить занятия и провести полчаса перед телевизором. Как известно, в отличие от всей нормальной живой природы, у людей осенью наступает период деловой активности. Строятся планы, воплощаются замыслы, не минула чаша сия и индустрию компьютерных игр. 2 сентября фирма Westwood Studios обещала выпустить стратегию Dune 2000. Как уже упоминалось, она представляет собой улучшенный вариант старой доброй Dune 2. Если обещание выполнено, то, возможно, игра скоро появится в Казани. Также вышла в свет игра Hidden and Dangerous. Скрытые и опасные действия игры переносят нас во времена Второй мировой войны. По сюжету играющий должен руководить действиями спецотряда десантников, проводящего различные диверсионные акции в тылу врага. Игра сделана в жанре трехмерной стратегии с элементами экшен. При создании бойцов была использована технология motion capture. Сие название означает, что для создания в компьютере движущегося персонажа берется живой человек, обвешивается датчиками, в результате чего каждое его движение фиксируется компьютером. С помощью подобной технологии делается передача «Чердачок крутит». Игра Hidden and Dangerous, естественно, поддерживает все виды 3D-акселератора. Готовится к выпуску игра с загадочным названием «Мартир». «Мартир» — это имя главного героя, который волею судьбы показывается заброшенным в прошлое, а именно в фашистскую Германию. Естественно, всю оставшуюся игру нашему герою придется выбираться из прошлого. Авторы игры обещали предельную насыщенность действием и количество врагов, не поддающиеся исчислению. Трехмерная стрелялка в чистом виде. Если кто помнит, то в одной из наших программ мы говорили об игре «Creatures», где смыслом было выращивание и развитие неких миловидных существ, именуемых «нормами». И вот теперь автор игры выпускает новую версию Creatures 2. Все, начиная с самих норнов и кончая пейзажами, подверглось детальной переработке. Теперь, кроме норнов, вы можете также выращивать гренделей. Был такой своеобразный зеленый персонаж. А также добавилась новая раса, так называемые этины. Кроме того, появилась возможность скрещивать все три расы, так что всем любителям генетики есть где развернуться. Автор всемирно известной цивилизации Сид Мейер выдал продолжение одного из своих хитов Railroad Tycoon 2 – «Железнодорожный магнат 2». Суть этой экономической стратегии заключается в постройке путей, сообщений между городами и использовании этих путей для перевозки различных грузов за соответствующие вознаграждения. В распоряжение вам предоставляется 63 вида локомотивов и около 20 видов вагонов. Судя по всему, игру ждет серьезный успех у поклонников мирных стратегий. Тем более приятно, что согласно заявлению ее изготовителей, несмотря на красивую графику, игра будет прекрасно работать даже на слабых машинах. Это были лишь некоторые новости компьютерного мира, а мы переходим к основной части нашей рубрики, а именно к компьютерным играм. Первая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, называется Crash Kill and Destroy, Crossfire, что на английском языке означает «Громи, уничтожай и разрушай часть вторая, перекрестный огонь». Конец света завтра — это компьютерные игры сегодня. Ничего другого не приходит в голову, когда смотришь на то, с каким упорством изготовители компьютерных игр хоронят человечество в своих нетленных шедеврах. Итак, отшумела Третья мировая война, война, естественно, атомная, и вот через 100 лет после ядерной катастрофы на Землю выбрались те самые люди, которые, прячась от радиации, когда-то под Землю забрались. Как выяснилось, последние выжившие оказались далеко не единственным обитателем Земли. Оказывается, что все это время на Земле жила и развивалась цивилизация мутантов, тех, кто остался на поверхности. Трудно сказать, то ли это люди, которым не хватило места в убежищах, то ли это переродившиеся животные, которые взъелись на людей за то, что те превратили их дом в большую радиоактивную свалку. Суть в том, что общего языка люди с мутантами не нашли, и сей конфликт вылился в крупномасштабную войну, исход которой зависит от вас. Итак, перед нами стратегия в реальном времени со всеми вытекающими отсюда последствиями. В начале игры, просмотрев захватывающую, хотя и несколько сумбурную заставку, вы попадаете в главное меню, в котором вы выбираете сторону, за которую будете сражаться. Кстати, теперь в игре появилась третья сторона участницы конфликта. Это боевые роботы серии 9. Судя по всему, когда-то они были созданы самими людьми, но с тех пор научились производить себе подобных, и теперь взбесившиеся железяки тоже претендуют на безраздельное властвование на Земле. Итак, выбрав сторону, вы выбираете место сражения и окунаетесь в самую гущу событий. Основным ресурсом в игре является нефть. Она доставляется со скважины на специальном грузовике. Все как во второй Дюне. Несмотря на довольно мрачный сюжет и интерфейс, игра не оставит у вас ощущения подавленности. Все строения и боевые единицы выглядят как игрушечные. Особенно поражает чистенькая и блестящая техника людей.
Похоже, что все 100 лет, проведенные под землей, люди только тем и занимались, что драили корпуса своих боевых машин. В общем-то, ничего принципиально нового в Crossfire вы не найдете, хотя это и не значит, что игра неинтересная. Напротив, учитывая нынешние погодные условия, вам будет чем заняться в свободное время. Действий в игре предостаточно, расслабиться вам не дадут. Уже на первых миссиях играть достаточно сложно. И, как я уже сказал, игра очень напоминает вторую Дюну. Другая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, называется Commandos Behind the Enemy Lines. Commandos за линией фронта. На втором месте после конца света у компьютерщиков, вероятно, стоит Вторая мировая война. Именно этот период мировой истории нам и предстоит рассмотреть в данной игре. Если у кого-нибудь из геймеров спросить, кто такие Commandos, то, вероятно, мы получим ответ, что это такие крутые ребята, нечто вроде военного ОМОНа там на Западе. Если судить о Commandos по одноименному фильму с участием незабвенного Арнольда Шварценеггера, то один Commandos легко заменяет роту солдат или танк. Но мало кто знает, что появились эти подразделения в далеком 40-м году. По инициативе одного английского полковника, небольшие группы специально натренированных солдат должны были совершать диверсии в тылу врага. Командиром именно такой группы вам предстоит выступить в игре Commandos. Вам дается группа из нескольких человек, каждый из которых обладает определенными способностями. Затем вас знакомят с задачей миссии, и вы приступаете к ее выполнению. Однако все не так просто. Поверьте моему опыту, даже если вы прожженный стратег, за плечами которого не одна баталия, вам абсолютно не пригодятся ваши накопленные знания и ваш прежний опыт. Обо всем по порядку. Как я уже сказал, каждый из ваших бойцов обладает определенными способностями. Я не буду останавливаться на них подробно, ознакомиться с ними вы сможете во время тренировочных миссий. Кроме того, в любое время в игре, нажав клавишу F1, вы получите информацию по каждому из бойцов и по игре в целом. Русская версия уже вышла, причем русификация выполнена на должном уровне, поэтому все проблемы, связанные с игрой, будут вызваны лишь бдительностью врага, который, кстати, не дремлет. Управление в игре осуществляется как мышью, так и клавиатурой. Я настоятельно рекомендую вам научиться пользоваться именно клавишами, поскольку иногда приходится отдавать команды довольно быстро. К сожалению, играть в Commandos гораздо интереснее, нежели смотреть на нее со стороны. Я вынужден огорчить любителей громких баталий и массовых свалок. Ничего этого вы не увидите. Даже стрелять вашим подопечным придется очень редко. Ведь выстрелы — это шум, а лишний шум никому не нужен. Как правило, все агенты неплохо владеют ножами и вообще колюще-режущими предметами. К сожалению, у игры есть недостатки. Без них никак. Если вы, допустим, сняли часового, то вполне логично, что его напарник, увидев труп, поднимет тревогу. Так вот, чтобы этого не произошло, труп неплохо бы спрятать. Но как это ни странно, но перетаскивать трупы могут только двое – зеленый берет и разведчик. Неужели для того, чтобы просто взвалить на плечо бесчувственное тело, нужно проходить специальную подготовку? Еще один недостаток – захватывать чужое оружие может только водитель. И самое, пожалуй, обидное – если боец находится в машине или лодке, то ездит он исключительно по прямой. Если на его пути выйдет хотя бы камень, то солдату в голову не придет объехать его со стороны. Он будет тыкаться до тех пор, пока не покажет ему правильную дорогу. Конечно, это здорово, когда подчиненные неотступно следуют приказам, но все хорошо в разумных пределах. А в целом, несмотря на внешнюю непростость, Commandos довольно интересная и очень оригинальная игра, которая в полной мере передает дух шпионских фильмов. Ну вот, дорогие геймеры, на сегодня и все. Это был Сидоров, до новых встреч, пока!